много писал Пушкин, великолепия полно. И с моим Руслан и Людмила строки еще. Про лукоморье, на котором дуб стоит, а на том дубе золотая цепь висит. Ученый кот ходит, в сказке говорит, леший бродит, да русалка на ветке сидит. Избушка стоит, вокруг нее звери, невиданные никем, но есть на самом деле. Песчаный берег, волны бьются об них, богатыри выходят с боя, их 33. Во главе стоит дядька Черномор, его имя Королевич, мимоходом пленяет грозного царя. Леший, колдун, яга, все там, все они бродят по чужим стопам. И русский дух там никогда не угаснет, там всегда-всегда Русью пахнет. Спасибо. Тело ноет, болят ноги. Ночами собираем слова в строки. Мой грифель сломан под яркой лампой у монитора. Старые треки и спящий город. 13 раз начать сначала. Я не читаю, мне не качают, мне не надо. Рифма внезапно, спонтанно, туда-обратно. Включал неоднократно, минус нормальный. И все в порядке, пока ты спишь в моей кровати. Я мог бы выдавать по полсотни за день. Сдавать экзамен, быть твоей заей, но не заставить. Лишь бы писали руки, лучше хранить в себе. Не дам послушать, твоя петля тебя задушит. Неравнодушный, эй, здесь... Здесь выбор неуместен, у каждого своя история забытых песен. Полусонный, под утро в Хонду, опять голодным буду работать. К черту, никто не пропускает, сигналит, эй, покажи себе свой палец. Парень не уважает мнение других людей, эй, будь благодарней. Придет и к тебе, никто не идеален, и это просто текст по-своему имеет смысл и есть. Исчез обед и ужин, и к тому же кофе 9 кружек. Пущат запах любимых кет, паркет, брейкбит, куплет. Что в голове сидит? Перепакую облик в сумку, кеды в сумку, скуку в сумку. Интеллигент и камасутра, какое чувство, такое судно. Хорошие слова, скорее всего, придут под утро. Пролетают годы, пролетают дни, как меняется мир, ты только посмотри. Поэтому действуй и двигайся вперед, думаю, услышит каждый и все поймет. С салона кто-то, глотая сопли, мне крикнул топни, но я и топнул чуть больше сотни. А впереди 2 копа, в кармане дырка, а в дырке жо, на мониторе номер и наше фото. Капли не осталось от того, что было раньше во всем этом новом. Как много фальши еще не стоялось, не стало толком на ноге, уже выставляет свои аналоги. Я не знаю, что сказать конкретно, но хочу лишь бы, братик, ты не плакал. Здесь люди собрались, и вам всем приветы. Это братья и сестры Пушкин Баттл. Не бывает слов пустых, ребята. Все знают это как один. Я стою здесь с вами невнятный, но говорю, что я кретин, да. Молодость зелена, братцы. Молодость зелена, братцы. Молодость зелена, братцы. Я хочу уйти, чтобы остаться. Остаться здесь будет непросто. Не хватит мне мозгов и выше роста. Но нужно быть большим, великим. Читать субтитры и быть 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 великим. Читать субтитры и быть. Стоит Пушкин, вот он, вот, вот он как раз. Четкий рифму пьет, не то что мы, наши текста. Это просто какая-то борода. Да, мне кажется, нужно еще немножко слов. Хотя подожди, народ, к этому еще пока не готов. Девочка стоит во рту, ковыряется внезапно. Это фристайл, братцы, и все будет адекватно. В этом мире нужно руки поднять, ребята. Давайте сделаем все это вместе адекватно. Вот это типа хип-хоп, а вот это пис. И все будет как... Зашибись, зашибись. Яу-яу-яу, сейчас что-нибудь еще бабахну. Или ты? Давай, Аркаша.
Все у нас на репите, с ними не шутите. Последствия спросите, подальше свалите. Вам не пробить их, она по зубам, только рэперская свите. О, я ничего не понял, но это не лажа. У парня скоро автобус, он опаздывает в пряжу. Так что громче аплодисменты, дамы и господа. И проводим этого нормального пацана. И если рот мне не затыкать, это может длиться вечность. Но я человек нормальный, впереди беспечность. Хочу быть адекватным и одетым нормально, чтобы делик лопата была адекватна. Да, вот рифм иногда запинается. Это экспромт, это фристайл. У нас называется бит и в рот. Если не слушать меня, можно уйти домой. Но это Пушкин, и походу дело он герой. Он нормальный мужик, у него кудрявая голова. Но неспроста, ребята, нет, ребята, неспроста. Он писал стихи и днем, и ночью. И поэтому закончу.